там пошли. Ты хочешь попугая, да? Да нет, просто смотрим. А вон люди покупают все. Ну, ты не купишь. Вот какая клетка для меня большая нужна. Для него? Да. Нет. Нет. А вон ты же попал. Я не знаю. Угу. Скажи, мама. Выбирайте попугайчика, кот. А попробуйте там какие-нибудь. Вы не такие не пьете, а вы тоже бачите. Сколько такой попугай стоит, маленький? А сколько такой попугай стоит? Вот 50 гривен там у тебя. Вот 50. Это сколько? Советочки не берем? Да, беленькие. Ну, тут у нас клетки нету, ты что? У нас нет клетки. Ну конечно, да. Уже был у нас чемочек. Отнеси обратно, мама, ты не понимаешь, это породистый хомячок. Ну, да, потому что мы руки в рот брать. Это крыса. Это крыса. Пошли рыба. Нет, мне не жалко, ну при чем тут это? Вот, вот птицы можно. Я тебя с утра наберу подъезд. У меня три такие. О, помнишь, мы туда заходили? Помню. Мы же на море собрались ехать, куда мы его денем? О, мы с тенечком.
Все едят с одной миской. Едят кошачьи бомбы. Я вот вначале попал в рассказе с одной формы. Оставили корм, потому что никакую пищу оставлять нельзя. Либо с утра хорошо покормили. И уже потом, когда либо дети пришли за школу, либо вы с работы покормили. Просто что никакую пищу нельзя, кроме корма, оставлять. Потому что ну, солнце, жара, Тим, иди сюда. Ваше скорохорчество, корм. Я только роял. Он как бы один из самых дорогих, но это единственный корм, который именно корм. Все остальное это бутылки на гаджет. Они все четыре лапы и прочие бутылки. Я тебе не верну, не знаю. Батьку выбирай. Что Паша была работала? По крайней мере, будет 5 лет, а ну не перевернет. Только жаль, что я не... Только жаль, что я не взял с собой 50 рублей. Красные чили не надо. Да, вы бы все равно не покупали. Я сижу с Вовчиком. Тим, сейчас поедешь домой. Красные чили не надо. Я вижу. Что может, помогите. Пошли вон сначала, а потом мы как-то в середину пошли. Какие улитки! Я только мог попросить. Тим! Выбирайте растение. А, вот я сейчас прибавлюсь. Тим! Шлиф! Рыба! Это раки? Угу. А вот это кто? Тритон. А то маленькая жаба? Да. А? Да. Хайлинча пойдет. Зачем они? Черепашки. И сколько такая черепашка стоит? Петя, она на грунте. Сколько такая черепашка стоит? Я вот на подъеме не знаю. Вот, так папа, у тебя же такие. Папа, может ты купишь вот таких рыб? Они хищные. А? Это хищные. А что они делают? Не едят других рыб. Улиток? Рыб других едят. Тоже пришли. А рака? Рака купишь? Нет. А ты рыбу будешь покупать других, да? Нет. Да. Кстати, у меня когда вот эти были со мной, у меня тоже они были, я не помню, что-то, или корм, но это вот назад. Я со мной жил, я получал уже такие. Это пиранья. Это пиранья, да. Тим, давай, пошли дальше. Вон, смотри, какие пираньи большие. Она вам палец мочит? Я вообще не пью. О, видел, руки не жду. Видел, не надо. Пошли сюда. Мужчина, кусок сала. И сама была больше не покажет. Они могут съесть других? Нет. Может, купишь такой? Нет, пока не куплю. Каждый по 20 гривен. Вот это
Так і беру. Це петушок. А можна купити? Ні, не є. А от таких? У нас такі є. А якого твою? Не, дуже добре. Ось це фішне? Ні. У нас вот таких не було. Ну, не було. Не було. Я хотела рыбу. Никаких, никаких. Ну что? Тебе же мало рыбок. Подожди, куда ты побежал? Я память лучше из машины. А манки почем? Ну, креветки, а манки. А манки, значит, под 40, и есть некоторые экземпляры, которые такие хорошие. Маленький 130. Наши, которые сидят. 130, которые сидят. Какой наш? Я хотела новый. Это карась золотой? А? Это карась золотой? Золотая рыбка. Я бы хотела... Ну ты же не купишь, да? У тебя и так мало рыбок. А вон, подожди, тут еще нет. Вот я сейчас посмотрим. Может, хоть какую купишь? Уже надо выбирать, а? Да, Артемии нет. Это тоже огненный, не только желтый. Пап, ну может купить проект? Ты что, заел или что? Да, ты думал, что ты придешь? Ого!
который называется «Дать умереть от травмы». Дальняя рыбка плавает вверх. Дополняет друг друга. Дай-ка внизу, дай-ка вверх. Он сюда везде? Это кто? Старп, ой. Не трогай! Нельзя это. Не, ну да, пару штук возьму. Меньше 10 нет. Меньше 10 нет, если покупать, то остальное. Тим, иди сюда. Скажите, сколько на денег вывезла? Да. Да, у меня другие цели сегодня. Случайный заход. Карпой. Нельзя трогать. Сколько они стоят? Они недорогие очень. А? Очень дорогие. Очень. Их в пруду надо держать. В пруду? Да, это не для аквария, это для пруда. Ну это тоже, да. А вот дискусы, видишь? Дискусы, вот это дискусы. А если его Папа, можно я вот туда зайду, вот туда? Сейчас мы вместе пойдем. Сюда. Сейчас мы вместе пойдем. Кра! Видел? Угу. А это кто? Не знаю. Ну все. Ты давал ей кисло? Нет. Тим! Тим! Убираем растения. Тимофей! Тимофей! Вот цветы черепахи большие. Их тут нужно пугать, а то мы тут нужно пугать. Какую ты освоишь? Тебе меньше, она вырастет. Не трогай, укусит. Да от меня вырастет, ты будешь. Давай собак посмотрим, хочешь? Собак, хочешь посмотреть? Кролики. А это нутрия. А? Нутрия. Это что? А
Ну, можно? Конечно, не трогай. Это ничего. Они растят? Они не растят. Собака не хочет работать. То есть она два раза рванула себе, ей здесь стало больно и все. Она не реагирует. Все, поем. Она не укусит? Укусит, не надо руками. Папа, иди сюда. Или вот это. Поводок совершения Тима, иди сюда. Тим. А? Тим, иди сюда. Такой ласковый. У меня 12 лет, я хочу жить. Пока некуда. Такая кошка, что ли? Раскрыточка. Кушает пьем. Играет, кушает. Отлично. Ой, да кто? А вот он любит. Кубань обитанчика, очень хорошая. А листовухи никакие не дома. Вот 500. Это дешевле дам, это 600. Листовухи 500. Это сколько стоит? Это 500. Вы выбрали? 500. Где бесплатный? Вот бесплатный, ему 2 бесплатных. Давай, Не надо руками давать. Того. Мы бесплатно вам отдали.